Так, заглянул я к деду Валентину посмотреть его компьютерное железо. Значит, вот эта камера HDR AS300. Вот вездехода лесник и Герасим Васильевич. Ну, значит, смотрите, не тянет видео. Ну, и металлом. Металлом. Так, Intel Pentium 4, CPU 2 ГГц. Память 768, 32-разрядная, Валентин ПК, так. В общем, древнее железо. Видеокарта GeForce 4 MX440, 64 мегабайта, DDR-TV, OUT, ну что там еще написано. Железо старейшее. Поэтому не тянет ничего. Так, материнская плата. Так, вверх ногами. GA8PE667. ЧПУ потянет такой, да? ЧПУ не знаю. Так, жесткий диск. Даже не на SATA шлейфе, а на древнейшем. Дисковод то же самое. Ну да. Блок питания 300 ватт, по-моему. В общем, нуждается в срочном апгрейде. Как-то так. И вот это покажи. Вот. Новый. Это может потянет видео. А это, говоришь, он же не включается. Что-то. Ну, может и не. Монтировать, да? Вот марки вот. Asus. Может, он потянет. Это я его разбирал вот там. Вот тут его. Болт забыл закрутить. Не, крышка где-то валяется. Да это вообще это что, это чермет. Это чермет все. Ну, мониторчик, если подключить. И это тут негодный чермет, наверное. Чермета. Это работал хорошо, это охеренный блок. Но уже чермет стал. У него ни клавиатур нету. Это тебе соседи, что ли, дарят, я не так? Да выкидывайте, а я их подбираю. Это рабочий, но тут надо, тоже, наверное, древний. Я подбираю. Так, ну что, будем опять Сергея просить, может, что-нибудь поможет тебе сюда вставить, чтобы пошустрее было. Да это что, другую плату? Не знаю. А оперативки не помогут, да? Так, ну ладно. Радиостанция у него тут. Электрон. Вот у меня электростанция-то. Где они? У него тут полные... Где они тут? Вот. Одень. Ребят, кто из вас дома хранит такие вещи? Нет. Я думаю, никто. Где электростанция? А, вот. Вот они. Вот что у меня есть. А! Какая-то древняя тоже. Понял? Все рабочие. На 30 километров берете. Да ты что? Да. Вот так. Это я сейчас из Эстонии привозил. Сколько у тебя их? Две. У тебя тут дома какая-то мастерская получается. Ну, да? Я зимой, прошлую зиму делал это, как его? Плазморез. Плазморез. Вот у меня есть же еще радиостанция. Радио люблю. Конденсаторы переменные. Радио люблю. Вот, видишь, тут. А радио 7.6 ты хотел собирать? Хотел. Не дошли руки? Хотел. Волга-Волга, я... Писец, я... танки едут нам. Просто люблю слушать они. Капут. Алло, алло. Игорёк, ты что меня отключил? Понял. Вот так. Так, ну ладно. Посмотрели мы все твои компьютеры. Это вот не пробовал, надо попробовать. На это потяньте вот этот компьютер. Не знаю. Твоя. Это камера. Моя камера. Вот раньше он вот на эту снимал, дед Валентин. Может потянет?
теперь вот на это снимать. Надо это поменять с тобой симки. Ты не привез мне симки? Все, я на нее сейчас загружаю. А. Пользуюсь пока. Плохо подходит, наверное, ко мне. Что там сфокусировался? Вот такое вот железо стоит. Так, ну ладно. Значит, посмотрели мы компьютерное железо. Я вижу, что тут полный крах. Древнее не придумаешь. Так, ладно, всем пока.